Помните, мы пытались угадать, кто из девушек мама, а кто дочь? Да, это было весело, и мне пришла идея. Сможете ли вы угадать, кому из девушек есть 18, а кому нет? Согласитесь, это нужное качество – понимать возраст других людей. Конечно, все будет совсем непросто. Смотрите внимательно и не забудьте написать в комментарии, скольких из 5 девушек вы смогли правильно определить возраст. Ну и не забывайте про лайки, поехали! Да, этой девочке всего 13 лет. Это ребенок, которого можно отнести к категории без возраста. Самостоятельно его просто невозможно определить ни с первой, ни с третьей, ни с десятой попытки. Зовут ее Тилан Блондо, и она практически с самого рождения блистает на обложках журналов. Это язык не поворачивается сказать женщине 50 лет, и более того, у нее уже есть 3 взрослых ребенка. Вы там не знаете, что эти японцы жрут, чтобы оставаться такими? Да, этой девочке 21 год. Проживает она в Китае, ну просто без комментариев. Это Тамара Михайлович, и ей всего 10 лет. Фотограф из Сербии предложил зрителям принять участие в необычном мероприятии, угадать возраст модели Тамары Михайлович, сделанной им фотосессии. Стоит отметить, что у большинства просто не получилось. Да, этой женщине на самом деле 52, и у нее есть 21-летний сын. Вот бы все в ее возрасте выглядели бы так молодо. Ну как вам тест? Сомневаюсь, что будут те, кто угадал 5 из 5. Я бы точно не смог. Пишите в комментарии, сколько девушек угадали вы.